Это очень удачный продукт, потому что, в первую очередь, он очень хорошо ложится для молодежи. Во-вторых, он действительно будет интересен людям, которые впервые собираются приехать в Старую Руссу, посмотреть, понять, а что это за город, город Достоевского. Здесь прекрасно показан именно современный Скотопригоньевск. Ну, что, есть такое название, ну и пускай. Но действительно интересно. Очень точно пойманы кадры, очень точно пойманы моменты, связанные с судьбой героев, когда вот по улицам, да, ходят. Здесь просто действительно интересно. Мне очень понравилось. И вот если бы я был молодым человеком, не читал бы «Братья Карамазовы», то после этого фильма наверняка бы мне бы захотелось взять книгу и почитать это произведение.